Prodexpo 2021 снова в эфире. Со мной рядом наш новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете сегодня? Да, меня зовут Алихан Дергизов. Я представляю компанию «Чеченские минеральные воды». Мы уже не первый год на этой выставке. Мы производим безалкогольную продукцию. Это соки, холодные чаи, лимонады. Производим очень качественный продукт. Да, вот такой вопрос. Чеченские минеральные воды в своем регионе уже очень популярный бренд. И получается, правильно ли я понял, что вашим сейчас вот главным вектором развития является выход на федеральный масштаб? Да, вы правы. Мы имеем в своем распоряжении очень, очень современные предприятия, которые позволяют выпускать очень качественные и натуральные продукты. И вот с этим совсем мы пришли сегодня сюда. Мы проводим всю эту маркетинговую стратегию, мы создаем федеральный бренд. Я надеюсь, компания Depot вам в этом поможет, потому что, насколько я понял, ваша пиар-компания будет максимально дерзкой и максимально яркой. И, насколько я понимаю, даже нам сейчас в интервью не сказали название нового бренда, поэтому мы все ждем и надеемся, что совсем буквально через 10 минут после выступления мы все его узнаем. Может быть, буквально пару слов про производство? У нас очень современные технологии, современные предприятия и качество, оно для нас не пустой звук. Мы абсолютно 100% честны с нашими потребителями. Я со всей ответственностью заявляю, что мы производим очень качественный натуральный продукт. Вот. Мы будем надеяться, что ваш бренд, который снискал в своем регионе огромную популярность, наконец-то дойдет до нашего московского потребителя, и мы по достоинству оценим его вкус и качество. Спасибо вам огромное, не будем задерживать, у вас скоро выступление, поэтому рады были вас видеть.